Сейчас проехала машина, газелька, как окатила нас вот этой кашей, которая на дороге. Вообще ничего не... Пришлось тормозить и останавливаться, потому что ничего не видно было. Ну, Лёшек сейчас размажет этой тряпкой. Снег был ночью. Снег и морозец, и вот насыпало. Снег прям был такой вот крутой. Доброе утро, наши дорогие друзья. Доброе утро, Лёшек. Доброе утро, ребятушки. Нас тут немножко... Окатили. Надо щетку сюда новую. Блин, ничего не видно. Ты тряпкой размазал. Вот и не видно. Водичкой возьми его на полосни. Есть водичка. Да ладно, видно. Не, ну даже же. Смотри. Такой маленький, такой противный. Ну, большие проезжали нормально. Ну да. А этот... Взял и загундосил. И загундосил. Ладно, едем дальше. Красота у нас, видят. Пошел снег. Сейчас думала не показывать вам уже дорогу. Думаю, сейчас приедем домой и уже дома с вами поздороваюсь. И дома покажу дорогу. Да, ну вот такая красота. Сейчас место выберу красивое и покажу вам. Вон какие березки стоят, беленькие. Был мокрый снег, а потом морозец. Вот, и все вот так вот обмерзло, снегом облепило. Вот. Вот уже и наш район, Куйбышевский район. Вот. Почему-то районный центр Бедлица, а район Куйбышевский. Тут начинается вот красота. Какие тут эти елки стоят. Ой. Да вот слева как туман. Ага. Красота. Березки и елки. Ой. Солнышко проглядывает у нас. Для путешественников. А я все мечтаю, Лешек, что мы с тобой поедем в Крым. Или, может, в Белоруссию поедем. Мечтать не вредно. Да. Вот так вот станем где-то перекусить. Ой, классно. Мы теперь сможем вдвоем ехать. По очереди. Куда ты спешишь перед паровозом? Вот получишь удостоверение, тогда мечтай. Да. Вот пессимист. Я реалист. Реалист. А я оптимист. Обгон запрещен.
Ребята, я вам надоела уже со своей дорогой. Скоро все закончится. Скоро будем в обычном режиме. Да. Если вдруг мне повезет сдать экзамены. Ой, Лешик, что будет? Ничего. Тебе еще учиться год потом. Ну, а это все ерунда. Это все постепенно. Ну, что такое? Ну, дорога, видишь, такая вот, каша на дороге. И летит она вся по стеклам. А я мечтаю. Я себя настраиваю на то, что сдам. Нет, есть где-то там червячок ковыряет такой. Не сдам, не сдам, не сдам. А я ему говорю, сдам. Ну, пускай не с первого раза. Ну, со второго или с третьего. Все сдают. И я сдам. Вот. Особых приемных пунктов. Да сейчас уже, наверное, и нет приемных пунктов. Сейчас автоматы какие-то стоят. А раньше бутылки собирали, сдавали, конечно, да? Конечно, бизнес. Да. У нас работал на бутылках. Такие деньги. Появилось дома две пустых бутылки. Что, мороженое? Да. А что, одна бутылка, одно мороженое. Да. Что? Бутылку принимали за 20 копеек. И мороженое, пломбир стоило 20 копеек. Вот. Как в анекдоте. Как в анекдоте. Вы, говорит, бутылку из-под виски принимаете, бутылку из-под виски? Извините, сэр, говорит, нет. Так, Лёшик, мне надо заехать в Пятерочку. Надо яблок купить, потому что мой желудок просит салата с морковкой и яблоком. А яблоки я потратила тебе на рогалики. Лёшик сам ест рогалики, я не ем, потому что мне говорят, что вы все Лёшик, как будто сами не едите. Бывает ем, но бывает и не ем. Сейчас вот я не ем, не знаю, не хочется мне. Я вот на завтрак что-нибудь такое вот вкусненькое мне. Вот. Конечно, если выпечка свежая. Вот, я, конечно, ее вот попробую и могу съесть. Особенно, когда пирожки, могу съесть и два пирожка. А к вечеру еще один. Да, ну вот так вот как-то. Но слабость моя, пирожки. И Лешкина тоже слабость, да, пирожки? Да, давно не делала с яблоками. Давно не делала. Надо сделать с яблоками. Пирожков надо сделать. Ну, это когда вот я буду дома, тогда сейчас не получится. Не успеется. Ладно, вот мы уже и к Бетлице подъехали. Вот за этим лесочком Бетлица, за этим березняком. Но это уже почти лес, это уже не березняк. Сейчас в Пятерку заедем, а нам больше ничего не надо, да? А посмотрю, это может быть есть эта индейка, вот эта вот, которую я брала. Если есть по скидке, возьму. Вот. Тут еще курица есть. Лешек, она не всегда бывает. Она не всегда бывает. Я вот возьму, положу ее в морозилочку, пускай она лежит. Да. У меня морозилка пустая не бывает. Там обязательно что-то, вот если полезешь, обязательно что-то найдешь для того, чтобы что-то приготовить. Всегда.
хотела фасольки еще потушить. Это овощную фасоль. Надо достать. Ой, погодка вообще замечательная. Солнышко. Солнышко, ветра нет, тихо. Прям красота, не холодно. Вот была бы еще дорога сухая. Вообще было бы здорово. Дали неделю хорошей дороги, и все. И отвалите. И отвалите, да. Не дают нам сухую дорогу. Пятерочка. Нравится мне, ребята, красненькая машинка. Красненькая или беленькая? Вот красненькая, вот такая вот. Пойдем в пятерку. Хочется виноградику. А гляньте, какой крупный. Ай. Ну, не буду. Нет. Хурма какая интересная. 235. Хурма. Не знаю, что здесь за хурма. Так, чего бы захотеть? 200, помыло. 201. 212. Так, яблоки. 111. Так, а там почем? Яблоки Golden. А это... А это что-то, а это сезонная семеренко, наверное. Таких взять, что ли, почем они? Не знаю. А, вот они, 111. Да? 111. А вот покрупнее 123. Вот этих вот возьму. Это что, яблоки? Вот, семеренко. Во, нормальненько. Семеренко. Ну, может, тут покрупнее, крупнее. Тереть лучше. Вот. Вот, да, вот это вот покрупней. Нормальное. Так, поехали дальше. Надо заказать орешков себе. Хочу орешков. Надо заказать на этом, на Валбрисе, потому что здесь вот 100 грамм, 129 рублей миндаль. 1200, 1300 даже. Ой-ой-ой. Так, ладно, а что здесь в овощах? Так, в овощах морковка хорошая. Можно взять натереть морковки. Куда побег? Так. Саша, иди сюда, достань меня. Натереть и заморозить. Ой, классная морковка. Возьму, наверное. Там есть у меня такая мелкая, вот на сейчас. Возьму сейчас. Набрала морковки. Натру. Натру на терку. Ладно уже. Хотя люблю резаную, но натру на терку. Так. Раньше были вот это у нас овощи такие вот с морковкой в таком прозрачном пакете. Сейчас я вот сколько смотрю, и недорого было. Смотрю. Блин, и скоро масленица. Сейчас нет таких овощей. А скоро масленица, будем печь блины. Будем печь блины. У меня так получается, что блины раз в год на масленицу. О, вот они, есть. Так, почем? Сейчас надо найти ценники. Так, фарш 109 штука. 400 граммов. Так, так, цыпленок, голень, бедро, крылья. Крылья 300 рублей, ё-моё! Набор. Так, а где же, сколько стоит вот это? Рагу индейки, 149. Один, что ли? Вот оно, рагу индейки, 149.
А здесь знаете что? Гуски, вот эти вот хвостики индюшачьи. Один только нашла, больше нету. Ну ладно, пускай будет один. Филешка. Филешка почем? Филе. Филе, как называется это наша птичка? Фарш, рагу, тушка. Тушка 154. Так, филе 288. Ну ладно. Ладно. Горчица, Саш, возьми горчицу, а то опять забудешь. Так, а ты тоже. Горчица, соус. Томатная паста мне нужна, нет у меня. Томатная паста дорогая. Ну ладно. Ящик острах... Вот это 119. Нет, она не пойдет. Не хочу такую. Так, кетчуп, кетчуп. Да не нужна мне пока. Вот. Фарш 209. 400 граммов. Ого. Рублей 500 получается. Фарш свиной. Да ну. Лучше в магазине брать. Так, лопатка 299 килограмм. Ребро. Ребро 449 килограмм. Вон оно, ребро. Ну так. Ладно, погнали дальше. В общем, пока все. А зачем я пришла? За яблоками. Взяла яблоки. А то я могу и забыть, зачем пришла. Так, сюда нам не надо. Яйца. 119, 135. 130, 128. Ладно. Едем дальше. Так, масло сливочное у меня есть. Здесь нам ничего не надо. Здесь нам ничего не надо. Так, ладно. Сейчас проеду еще там. Что там у нас? Что там нам надо? О, семки мои, семки. А во, 59 семки, 300 граммов и 59, 20 граммов. Во, лучше взять вот эту, 300 граммов. Да, парочку, наверное, я возьму. Вот. Вот зашла за, за яблочками, да? Зашла за яблочками. Ладно. Честь 29-летия пятерочки по 11 марта. Совершайте покупки. Регистрируйте чек на action.katka.ru. Алёшек меня ждет на улице. Ну ничего, подождет. Лицом черный жемчуг зарегистрировав чек. Участвуйте в специальном розыгрыше. Приз партнера. Вот эти лепешки классные. Вот что ли сделать. Колбаса же есть. Вот. 102 рубля. Ну ладно. Ладно. Зашла за яблочками. Так, что здесь у нас? Масло. Масло пока есть. 104, 111, 129. Ух ты. И это желтые ценники. Вон 119.
139. А вон есть 77. Это красная цена. Но масло у меня пока есть, по-моему. Хотя можно взять парочку. Ладно, поехали дальше. Зашла за яблочками. Ну, это в магазин вот хоть не заходи. Ну, ничего, а все надо. Все надо. Все про запас. Его все равно надо будет покупать потом. Вон, какие мы красивые, видите. Обтекаем. Обгадили нас. Обтекаем. О, там рынок. Ой, рынок сегодня. Ну пойдем, да, пройдемся. Поехали сюда, да. О, рынок сегодня. Сразу уже кончился. Ага. Да не. Так, а что мне? Я хотела что-то из семян купить. Это ближе, там место же есть. Давай ближе. Вон. Лёшик такой возмутительный. Всех ругает, ругает. То не там кто-то стал, то не там проехал. Ой, сил нет. О, пойду пройдусь по рынку. Иди прогуляй, дай 50 рублей. Я ж тебе оставляла прошлый раз. Они в куртке-то остались, в тулупе. Вот Лешек хитрый. Не, серьезно. Пойдем. Ой, зайду с Валей поздороваюсь тоже. Зайду поздороваюсь. А потом пойду погуляю. Зашла к Вале, поздоровалась. Поболтали. Она говорит, покупала мойву. Ну, рыбы сегодня нет у нас. Рыбы. А вот следующий рынок. Надо будет посмотреть. Мойва мурманская по 120 рублей. И говорит, вкусная такая, хорошая мойва. Вот, надо посмотреть. Вот такой вот небольшой рынок. Сегодня, наверное, и овощей нету. Вон. А, там вон овощи какие-то. Мандарины. Ну ладно. Пойдем сейчас посмотрим. Что у нас здесь? А, это не рыба. Это колбаса. Колбаса. Ну ладно. Все, вот это весь рынок. Да, сегодня да. Здравствуйте. Понедельник. Зима, февраль. Зима, февраль. Ой, блин. А брюшки почем? 1390 килограмм. Ой. Уж килограмм брать не будете, 2-3 штучки. Душу отвезти. 2-3 штучки. Делать? 1, 2, 3. Так, а ну там. 3 хватит? Да, хватит. Так вот, немножко, слегка побаловаться. Зашла на Валбурис. Лариса Арестова прислала мне овощечистку. Вот такую вот. Ларисочка, спасибо большое, моя дорогая. Спасибо большое за внимание и за овощечистку. Спасибо, очень приятно. Ой, брокколи. Сейчас посмотрю. Ну, там одни кочерышки. Не. Подождите, я не вижу. В общем, все. Подошла и туда сходила, кругом все прошла, посмотрела, кое-чего купила, дома покажу. Вот, оказывается, чего-то надо мне. Оказалось, и того надо, и того.
того хочется, того надо. Ой. Поехали. А мы сейчас там, где будем кататься, а просто проедем. Ну да. Да? Вот, и домой. Вот, поедем. Сейчас я проедусь там, вот, и поедем домой. Подожди, девушек. А, вот включил, там никого нет. Все, погнали. Вот это весь рынок сегодня. А это вот автостанция у нас. Такая вот. Ходит автобус на Москву каждый день. Пол 11 вечера. Ну, это раньше так было. Сейчас не знаю. Сейчас и сейчас может так, но... А может по-другому. Не знаю. Ой, погодка, да, замечательная просто. Просто замечательная погодочка. И настроение хорошее. У тебя хорошее настроение, Лёшек? И у меня тоже хорошее. Отводила хорошо, ребята. Было несколько косяков, но... Ну, у меня еще неделя впереди. Главное, сейчас вот я, знаете как, страх свой переборола. Вот. Ой, не забрызгай, Лешек. Переборола свой страх, и теперь я вот скоростя я переключаю, у меня все нормально. Вот. Теперь я уже стала смотреть по сторонам на знаки, на пешеходные переходы. Вот. Ну, бывает, вот это вот у меня то, что мне писали, что забываю выключить поворот. Вот. Бывает еще где-то забываю включить, но уже не так много, как раньше. О, здесь тише катится, потому что снежок на дороге. Вот. Зимняя дорога такая вот. А здесь даже деревья не в этом. Здесь никто не ездит, и здесь не посыпали. Поэтому и снег. Вот. Так что вот с каждым разом, вот еще у нас осталось сколько? 4 дня? 4 дня, ну может еще суббота. Посмотрим. 4 или 5 дней. О. Я думаю. 9 пятница. Ну да, ну не, ну может это пожалеют нас, еще в субботу дадут поводить. Тут такие сосенки, вот мне хотелось вам показать, такие красивые. И там дальше еще. Так что время есть, я думаю, что... Я вот дома это все прорабатываю, вот это все по маршруту, где что включить, где что выключить. Знаете, вот уже не забываю на переезде посмотреть по сторонам. Вот. На 360 градусов. На 180, нет. Вот. И, ну, в общем, все лучше и лучше. Скоро, ребята, забудем об этом, как о страшном сне. А может, будет приятно вспомнить учебу в автошколе. Ой, какая-то... Вот, елки. Сосны.